Я нахожусь в городе Бальнеарио-Камбурио, курортный город в штате Санта-Катарина, главная достопримечательность которого – это парк Унипроес с канатной дорогой, знаменитой с тремя станциями. Нахожусь на первой станции со стороны города, которая называется Бар-Расул, и поднимаюсь на гору высотой 240 метров. Там находится парк, знаменитый парк 6 гектаров. Сейчас там поснимаю. Агвада, высота 242 метра. Следующая остановка Мору де Агвада. И пойду погуляю по парку. Шхуна пиратская стоит в порту, прокатиться на ней можно за $10 по этому заливу и вокруг острова с горой. Если будет время, еще прокачусь, другой день. Либо нападение было прогуливающимся снизу слонов, либо стыковка-нестыковка кабинки на кабеле. Я уже в парке на горе, гора Мору де Агвада, парк Унипроес, и этот аттракцион называется Юху. 700 метров дорожка. Thank you.
продолжаю движение по канатной дороге на следующую станцию Ларанжейра, съеду, где должен быть пляж, один из популярнейших пляжей для отдыхающих бальнеарий в Камбуре. Всеми видами морских развлечений, катание на бананах, всяких лодках и так далее. Типичный пляж. Пляж оказался маленьким, переполненным, рестораны переполнены, дорогие, и я отправляюсь обратно. Опять сделаю остановку на горе, еще немножко прогуляюсь и поснимаю. А мимо пролетают 4 туриста. Любители острых ощущений на скорости 60 км в час на аттракционе, который называется Zip Rider. 750 метров скоростной спуск. Пляжу Ларанжейрас. We'll be right back.
закончится сегодняшняя прогулка. Амуров парк, включение канатная дорога, великолепный город Бальнярио-Камбурио. Хорошо провел полдня, посмотрел, пообразил, посмотрел.